И ночное происшествие. От удара молнии в деревне Загряжская Муромского района загорелся дом. От огня пострадали кровля, внутренняя отделка и хозяйственная постройка площадью 170 квадратных метров. Пострадавших нет. Где-то раз в год-то бывает такое. У нас вот горел дом, тоже попадание молнии. Если вот как мы к Гвардейцу выезжаем, справа последний дом, тогда он сгорел, тоже прямое попадание молнии в кровлю. Поэтому дома, они, частые дома вроде кажутся низенькие, но все равно их молнию защиту нужно для них делать. Кроме того, короткое замыкание холодильного оборудования случилось в магазине «Окский» на улице Первомайской. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.